3 июля заместитель главы города Светлана Муравьева организовала заседание Организационного комитета по проведению в Буе парада семьи. Напомним, что он состоится в нашем городе 7 июля, в канун Дня семьи, любви и верности в парке «Буйская стрелка» и начнется в 15 часов. 2024 год объявлен в России годом семьи. И в этом году мероприятия «Дню семьи, любви и верности» приобретают особое значение. И, конечно же, в городе Буе они пройдут в более широком, я бы сказала, определенном смысле новом формате. Наше традиционное мероприятие не ограничится только чествованием семей города Буя за крепость семейных устоев и долгую историю брака, за хорошие примеры воспитания своих детей, пройдет именно в формате городского праздника. В парке «Буйская стрелка» у нас состоится большое количество площадок, где мы надеемся, каждый найдет себе занятие по вкусу, именно каждая семья. И, конечно же, вот, наверное, одним из самых ярких и интересных моментов у нас станет праздничное шествие семей. Мы присоединяемся к всероссийскому параду семьи, и с этой инициативой и вообще с инициативой проведения праздника в другом формате, более масштабном, нам обратился женсовет. И, конечно же, все участники и организаторы праздника эту идею поддержали, и вот подготовка идет достаточно давно. Итак, праздник начнется с парада семьи, когда наши семьи города Буя праздничным шествием с атрибутикой, с логотипами и отличительными знаками парада семьи пройдут по парку «Буйская стрелка» от Благовещенского собора до сцены. И вот эта часть праздника завершится молебном благополучии семей. Далее у нас состоится торжественная часть, где, как я уже говорила, состоится чествование семей города Буя. И, конечно же, концертная программа с творческими номерами. И уже в это время начнут работать различные интересные творческие и спортивные площадки. Еще, наверное, таким отличием этого мероприятия является то, что активно очень родительская общественность и, в принципе, активные граждане города Буя включились в участие, в подготовку и проведение этого праздника. Это также большая работа проделана женсоветом для того, чтобы вот привлечь какие-то новые необычные площадки придумать и подарить буевлянам. И поэтому я думаю, что в целом, добавлю, да, что будет организована праздничная торговля. Думаю, что вот этот праздник в таком формате действительно буевлянам понравится, запомнится, что семьям будет приятно поучаствовать в нем. И этот формат, возможно, в дальнейшем мы возьмем за основу и продолжим именно такое проведение этого. Уважаемые буевляне, приглашаю вас в парк «Буйская стрелка» 7 июля 2024 года, где в 15 часов стартует праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.